Христос воскресе! Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, нашим традиционным пасхальным благовестием. В эти благословенные пасхальные дни мы отмечаем самый главный, самый светлый, самый радостный праздник Православной Церкви – Воскресение Христово. Вступая в период пасхального торжества, мы приобщаемся к самому источнику вечной жизни. Перед нами приоткрываются двери будущего райского блаженства. Именно поэтому праздник Пасхи дает нам силы преодолеть все испытания, которые обрушились на каждого из нас в отдельности, на всю нашу страну, на весь наш многострадальный народ. Гибнут наши братья и сестры. Смерть показывает свой страшный оскал, и все мы ощущаем ее леденящее дыхание. Тем сильнее животворит нас осознание того, что Христос воскрес, что смерти больше нет, что смерть физическая есть лишь один из этапов нашего бытия. Если мы со Христом, то смерти для нас не существует. Сын Божий искупил на кресте все грехи человеческие и своей жертвой открыл нам путь к спасению. Это спасение совершается в Церкви Христовой, где все мы, такие разные, становимся единым целым. Причащаясь тело и крови Христовых, мы становимся братьями и сестрами. И только так, держась друг за друга, мы сможем преодолеть все тревоги и страдания настоящего времени. Потому что только там, где Христос, там жизнь, там радость, там победа. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!